У меня грустные новости. Я профукал Назаритку из прошлого ролика. Но это, как вы понимаете, не беда. Потому что сегодня моя главная цель — подняться снова с самого низа до Назаритки. И в этом мне поможет вот этот донат-кейс. Как и этот, как и этот, как и вот этот кейс с донатом. Как кейс с реликами, с кейс салютой и префиксами. Вообще все. Ведь у меня дома есть вот такая чудо-шайтан-машина, в которой есть неизвестный кейс. То есть я сам, если, ну, если мне эта штука выпадает, я могу сам выбрать кейс, который я хочу. Есть вариант, то, что кейса не будет. Донат кейс, кейс с реликами, кейс с валютой, кейс с префиксами, кейс с китами, кейс с донат вещами и кейс с вещами. Все просто. То есть за каждый килл я буду получать ровно один кейс. И у меня просто нет слов, как вы ставите эти лайки. Вы на прошлой части набрали 52 тысячи лайков. И что теперь делать? Давайте так. 31 тысячу лайков вы набираете. Я еще раз сниму рубрику, где за каждый килл я буду получать донат. И я до сих пор не понимаю, как вы не нашли мой дом на 26-м грифе. Ведь у меня тут даже самая привлекательная надпись. Тем более вайп 8 июля в 13:00. Так что заходи, я тебя буду ждать. Тем более это будет очень горячий вайп. Так что заводи будильник. IP в описании. И давай без нарушений правил. Ведь на канале нельзя смотреть ролик без подписки и колокольчика. Поэтому подпишись. А я на миллион окрошку приготовлю. Не забывай об этом. Помни. И про вайп тоже. А я сейчас прописываю вант. Захожу сейчас в свой дом. И пишу РТП. Я вижу нашего первого игрока. И Пончик, ты, конечно, меня... Стой, стой. Стой, Пончик! Пончик! Нет, я, конечно, все ожидал, но... Пончик, открой. Открой ПЖ. Я думал, это халява будет. Ну, Пончик, ПЖ. ПЖ, ПЖ, Пончик! Войди ты в мое положение! Мне нужен всего один донат-кейс какой-нибудь. О, он меня впустил. Спасибо, Колобанга! Аннигиляторное оружие! Оп, все, плюс один донат-кейс. Спасибо. Ну что ж, open кейс. Поехали. Оп. И мне выпадает первый кейс. Кейс с реликами. Нифига себе. Мы сейчас его как раз-таки открываем. Алло, понеслась, понеслась, родненький. Давай. Если мне сейчас выпадет кучу реликов, вы даже не представляете, что я могу себе купить в донат-шопе. Подождите, подождите. 500 реликов! Мне никогда столько нафиг не падало! Чтобы вы понимали, кейс стоит 79 рублей. И мне сейчас только что выпало 500 по факту рублей. Мамочки родные, мамочки. У маму сито, сито, сэви ма. Ладно, как бы я просто безумно рад. Поэтому для начала я предлагаю зайти в шоп. Мы сейчас выбираем киты. И нас интересует кит, ну давайте, например, для начала просто купим Хира. Потому что я хочу, ну, чуть-чуть поднакопить и купить мега-донат предметы. Хотя ладно, пофиг, живем один раз, поэтому где тут шарики? О, сезонные предметы, купим голова домера, я же домер, я... Ай, молодец, смотрите, сколько у меня теперь хп. А? А? Я только что обнаружил двоих игроков. И, как вы знаете, уф, дверь не закрыта. Они не знают, что я рядом. Я должен действовать максимально скрытно, поэтому... Шайтан болтай! Нихао, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Извиняюсь, конечно. Ну, так... Стой, стой! Куда побег? Ну, ладно, в любом случае, мы сейчас его догоним. И, ну, у меня сейчас шарик домера. Шори, шори. Я, конечно, его ресурсы скину. Алиоп. Я заработал только что два донат кейс. Поехали. Шалтай, болтай. Алиоп. И мне выпадает снова кейс с реликами. Я не понимаю, как нафиг это работает, но... Киса не будет. Мне выпал кейс с реликами. Но мы не расстраиваемся. Поэтому берем, открываем кейс с реликами. Понеслась, понеслась. Если сейчас мне выпадает 1000 реликов, я делаю сальто. Ладно, 1000 реликов не выпадает. Ну, 100 хотя бы. Нет, да куда? Нет! Я, походу, всю удачу потратил на прошлый кейс. Мне выпало 30 реликов. Но ничего, время тратить снова деньги. Мы сейчас купим донат зелье. Как минимум, я бы хотел купить себе зелье Халка. Как вы понимаете, это, ну, 100% знак. Купим еще на всякий случай быстрее ветра, чтобы быстро убежать. В случае чего, если у нас будет код красный. И если будет еще код красный, купим 2 зелья. И давайте купим на 129 реликов 32 золотых яблочка. Да, вот это я предприниматель. Или... Транжира. Я пришел на варп ОП, и как видите, у меня есть шанс победить. Поэтому мы сейчас заходим в кабинку. Ага, я так понимаю, мой противник спрятался. Иди сюда. Вот, он зашел. И, как вы понимаете, сейчас у него шансов, ну, навряд ли будет много. Хотя у него 15 хп. Ты че, мужик? 11 хп. Ну ладно, в любом случае, мы сейчас заработаем халявную алмазку. Сейчас ждем следующего претендента. Плюс один кейс мы заработали, поэтому не стесняемся, заходим. Заходим, не стесняемся. Все, понеслась, понеслась. Теперь он от меня не уйдет, этот молодой человек. Он серьезно думает, что у него есть шансы против меня. И, кстати, мама, мамочки родные, он меня убивает. Мужик, ты чё? Да! На последних секундах не зря я выпил зелье. Ёк-макарёк, чё-то всё не профукал. Еще яблоко не сховалось. Ну, короче, мы только что заработали 2 кейса. Следующую битву буду принимать здесь. Давайте, подходим, не стесняемся. Я серьезный боец сумо. Али, оп. Сейчас мы как раз-таки этого игрока тоже заберем. И будет нам третий донат-кейс. Поэтому... Оп,
все. Как два пальца обосвали. Я хочу донат-кейс, мысли материальные. У меня получилось! Я не знаю, как это сработало нафиг, но у меня получается первый кейс, донат-кейс. Поэтому алей-оп. Мне выпадает второй кейс, кейс с вещами, тоже неплохо. И третий кейс, снова кейс с реликами выпадает. Кейс с вещами, кейс с реликами и кейс с донатом. Комбо! Комбо. Начнем с самого простого, кейс с вещами, поэтому мы сейчас его крутим. Если нам выпадет здесь алмазка, то считайте, мы выиграли эту жизнь. Мы не выиграли эту жизнь, мы выиграли железный шлем на прочность 5. Уф. Ну да, и ладно, мы сейчас крутанем наш любимый кейс с реликами, который дал 500 реликов в самый первый раз. Поэтому я сейчас напоминаю, если 1000 реликов падает, я делаю сальтуху. А? Видали, пролетело. Ну давай! 60 реликов! Ну, тоже нормально. Ладно, хорошо, кейс с донатом открываем. Если сейчас падает драгон, я делаю кувырок с переподвыподвер. Или хотя бы император. Драгон или император, делаю кувырок с переподвыподвер там. Ну, куда ты крутишься? Да куда ж ты? Пожалуйста. Всем пока, я ливаю отсюда. Ладно, для первого раза тоже нормально. Теперь у меня появился донат, и мы продолжаем. Потому что мне нужна незаритка. И раз нам выпало 60 реликов, мы все тратим. Все вкладываем в себя. Потому что саморазвитие это что? Это хорошо. Поэтому мы покупаем зелье викинга и опа. Это значит, что я готов к серьезным боям. Я агент Домер, вижу по курсу алмазника, но он даже не подозревает, что я прямо сейчас наблюдаю за его домом. Я прям как ниндзя. Раз, проходим, два... Кажется, нас заметили, нас заметили. Кот красный. Он нас решил побить, ты чё, мужик? Ай, шайтан машина. Возможно, он нас сейчас заведет как раз таки в свой дом, а там будет ловушка. Либо же, мы его сейчас так просто убьем. Ну ты, как бы, да, явно у человека паника. Но мы выбиваем алмазку. Плюс один донат кейс. И пока я стоял в АФК, пришел его друг, у которого никнейм админ топс. Стоять, не убегаем, дорогой. Принимаем бой, и все. Плюс еда, поэтому мы сейчас сделаем небольшой перекус. И теперь у меня два донат кейса, как вы понимаете. А они явно недовольны тем, что я тут рядом нахожусь. И у меня появилась проблема в виде незаритового человека. Поэтому мы сейчас берем эндер-пирочку. Давай, родненький. Два незаритчика. Мама родная, за что вы так со... Ладно, мужики. Так, в принципе, мне мама говорила в детстве, что я могу порхать как бабочка, жалить как пчела. Поэтому полет успешный. Тра-та-ти-тра-та-туй. Мужики, я улетаю. Мне пофиг на вас. Я улетаю. Левитация 2 секунды, поэтому отправляемся дальше. Оп, летим. 8 секунд. Я, конечно, хочу на заритку, но пока я не готов. Мне хватит и двух донат-кейсов. Поэтому главное сейчас хом быстренько прописать. И али... Оп! Видали? Не зря купил, называется. Я, конечно, все ожидал, но чтобы два незритчика пришли давать мне люлей одновременно, я к этому еще не был готов. Поэтому крутим наш шайтан байтан. Ай! И нам выпадает кейс на мой выбор. То есть я могу сам выбрать, какой кейс буду открывать. И я выбираю донат кейс. Отлично. И второй кейс. Нам выпадает кейс с китами. Нифига себе! То есть нам может выпасть крутой кит, в котором будет лежать крутая алмазка, как минимум. Поэтому мы сейчас берем, выкладываем на всякий случай лишние ресурсы. А то вдруг будет какой-то крутой кит, а я его не смогу взять. Поэтому пишем спавн. И для начала мы откроем кейс с китами. Я надеюсь, нам выпадет любой кит, кроме кит-старта. Пожалуйста. Ахалай, махалай, самый волшебный кит, выпадай. Пожалуйста, ну, драгон, ну, родненький. Пожалуйста. Мне выпал нафиг магистр. У меня нафиг алмазку сперли. Так, ладно. Как бы я немножко с этого расстроен, потому что у меня сперли алмазные штаны и ботинки. Ну ладно, в любом случае у меня хотя бы остается меч, остается лук, как минимум, и теперь у меня есть тотемы. Так, открываем кейс с донатом. Я надеюсь, нам сейчас выпадет как раз-таки любой донат выше хира. Тут, конечно, люди мешаются, что пипец. И давай, драгон, магистр, оверворд, ну стой ты! Да! Повышение доната до титана. А? Lucky boss. Я случайно стал свидетелем того, как чел гриферит чей-то дом. Как бы я понимаю его, я был сам на этом же месте, но сейчас я в другой ситуации, поэтому мы сейчас стреляем в него, сука, и ты, дорогой, прости. Куда пошел? Куда побежал? Мне за тебя дадут один донат кейс. Я, кстати, забыл голову Домера с собой, поэтому придется его догонять, как говорится. Голову ты дома не забыл, а я забыл. Ну ничего, плюс один донат кейс, как бы. Крутим наш барабан, и нам выпадает... О, мамо, сито, уля-ля. Нам выпадает то, что я могу сам выбрать. И я выбираю на этот раз кейс с реликами. Я надеюсь, что нам в нем повезет, потому что обычно в кейсе с реликами мне везет. Давай, это зеленый кейс, он зеленый, я зеленый, у нас с тобой все будет хорошо. Не переживай, мне всего-то, ну, ничего надо. Ну, пожалуйста, 300. Да! Как подняться с нуля. Записывайтесь на лучший гриферский сервер или World IP в описании. И поэтому мы пишем как раз таки home.
пишем shop и тратим наши деньги. Тратим, тратим. Обязательно берем быстрее ветра. И я предлагаю добавить нам зелье. Купим паучье чутье одно, будем как Человек-паук. И зелье Халка, чтоб в случае чего меня вообще не могли нафиг пробить. Какой-то игрок написал в чате: ТП, раздача тотемов и кит титанов. Мы ж любим халяву, а где халява, там много игроков. А где много игроков, там можно много донат кейса выбить как-никак. Так, ну слушайте, нам остается просто ждать, пока здесь появится много игроков. Главное, чтобы здесь не было нафиг незаритчиков. Чтобы вы понимали, здесь уже 4 человека. И я среди них самый такой богатырь. Их уже 5! 5 донат кейсов. Я прям чувствую. Главное, чтобы сейчас откуда-то не возьмись, не появился алмазник. Иначе это будет фатальная фиаско. Предлагаю начинать. Тут их и так 6, поэтому 1, 2, 3. Каждому по тычке стоять! Извиняюсь, стоп. Один есть. Второй сейчас будет. Извини, дорогой. Все, второй есть. Мы сейчас забираем третьего. 3 донат кейса. 4 донат кейса. Подождите. 5 донат кейсов. И надо как-то пробраться вниз. Надо срочно пробраться вниз. Там еще внизу 2 донат кейса. Так, подожди, подожди. Здравствуйте, здравствуйте. Плюс один. Плюс еще один. Да стой. И тут еще, чтобы вы понимали, как-никак есть кит-стартер. И он на самом деле достаточно жесткий, но шансов у него тоже нет. И владелец дома, ты меня тоже прости. Но у меня такой челлендж. Мы делаем сейчас просто-напросто ноги. Так, не говорите, что куда я, туда и он. Где мои зелья левитации на черный день, который я откладывал, ёк-макарёк. Я лечу! Я птица! Я самолет! Все, пока, мужик. Мне не до тебя сейчас. У меня там ждет семья, дети вообще. Поэтому позвони завтра. Ёк-макарёк, куда я приземлился нафиг? Летим дальше, летим дальше, летим дальше! Я все-таки птица, я самолет. Главное в это верить. Мы сейчас заберемся вот сюда вот. Я кину еще подальше куда-нибудь эндерперлик. И давай, 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 давай. Главное, чтобы он нас не догнал. И в принципе 6 секунд остается. И я заберу все донат-кейсы себе. Поэтому пишем хом. Я когда-нибудь выбью себе эту назаритку и покажу ему вот так вот. А теперь крутим барабан. 7 кейсов я могу получить и понеслась. Первый кейс — это кейс с валютой. Нормально, конечно, хотелось бы лучше, но ладно. Кейс с префиксами. Тоже нормально. Надо сосредоточиться. О, великий раздатчик, дай мне что-нибудь хорошее. Кейса не будет. Почему? Почему не хочется домой, с тобой хорошо? Мне выпал кейс с реликами. Сюда. Ходым, ходым. Алиоп. И снова! Как же мне везет просто, друзья. 2 кейса с реликами мне выпадает. Ахалай, махалай. Кейс с донатом выпал. Тоже хорошо. И давай, давай, еще один. И еще мне выпал кейс с реликами. То есть... 3 кейса с реликом мне выпало. 1 донат кейс. Это просто комбо. Поэтому идем открывать. Начнем с самого простого. Это кейс с валютой. Мне в принципе не важно, что там выпадет. 5 тысяч, миллион, либо как бы 500 тысяч. Хотелось бы, конечно, миллион, но ну хотя бы 75. Ну хотя бы 50. Ну хотя бы уже 25. Вот, 25 тысяч мы только что подняли с этого кейса. И следующий, какой мы откроем, кейс с префиксами. Потому что как-никак, я хочу иметь крутой префикс. Потому что сейчас у меня вообще просто префикс титан. А так у меня будет крутой. Так что давай. Я хочу себе префикс хейтер. Ладно, не хочу. Марвел, да! Чтобы вы понимали, это нафиг самый редкий префикс. Все, я поставил себе префикс. Теперь у меня Марвел, понимаете? Муа! Я, кстати, обожаю Marvel. Marvel One Love. Так, теперь мы с вами крутим. Ну, давайте начнем с кейса с донатом. Потому что кейса с реликами у меня 3. Я умоляю, пожалуйста, любой донат, кроме хира. Любой донат, кроме хира, пожалуйста. Только не хира. Нет. Император, с каких это пор? Что нафиг? Что нафиг мне выпадает? С первого кейса, конечно, я уже сколько? 2 открыл. С третьего кейса мне выпадает нафиг император. То есть теперь я... Мамочки родненькие. Ай-яй-яй. Обожаю Real World. Просто спасибо. Спасибо, великий сервер. Поэтому мы сейчас открываем 3 кейса с реликами. Если мы сейчас нафиг еще поднимем дофига реликов, незаритчики, просто бойтесь меня. Они даже не представляют, что я куплю. Если повезет, давай. 150 реликов, сюда! Еще 2 кейса остается, поэтому давай. 100 реликов, сюда! 300 реликов у меня. Давай, 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 давай. 80, ну, то есть, в сумме мы подняли сколько сейчас? У меня 380 реликов. Для начала я предлагаю нам обновить как раз-таки шарик. Мы заходим в шары, покупаем шар Аида 2 уровня. Алиоп, все. Теперь мы заходим в донат зелье. Берем себе 100% на всякий случай быстрее ветра. И у нас остается как бы 54 релика. И давайте возьмем рандомное зелье. Вот и все. Теперь, по идее, я непробиваемо жесткий. Я вижу алмазника, и он уже от меня убегает. Возможно, он чувствует мою мощь. Да стой ты, ай, молодчинка, молодчинка, ай, как раз таки криво эндерперу кинул. Это мой шанс, просто 100% вариант, я ему дал минус тотем. Все? Он даже ничего не успел сделать, да! Незаритчики, бойтесь, я скоро до вас доберусь. Сейчас открываем по-быстренькому, и нам выпадает
Мне только что выпало то, что я могу сам выбрать, в принципе. Я тогда выбираю кейс с донат-вещами. Мало ли, вдруг мне сейчас выпадет какая-нибудь крутая донат-шмотка. Я нашел кейс с донат-вещами. Оранжевый цвет. О, великий. Кейс, ты можешь мне дать что-нибудь хорошее? Давай. Фарм... Как бы фарм меч это хорошо, но только им можно фармить, блин. Пока его оставим здесь, до лучших времен. Это мой шанс, пока они бьют друг друга, я буду ставить в сторонке, ладно. Пора присоединяться, 13 хп у этого молодого, мы его не запускаем домой. Стоп, куда пошел, эй. А, там алмазники, а я тут застрял. Короче, я возвращаюсь. Домер Гриф, возвращение домой. Мне почему-то кажется, что здесь есть явно какой-то подвох. Раз он стоит все время возле дверей, он явно хочет куда-то меня заманить. Куда без меня? Чё? Ай, молодец! Стоять! Стоп! Мои ресурсы. Стоять! Извиняюсь, конечно. Так получилось прелестно. Где моя нафиг алмазка? Стоять! Я только что 2 донат кейса оформил, поэтому... Ить, извините. Не фертите. Ой, у него на защиту 4 алмазка была, мамочки родные. Не смог от меня убежать, поэтому как бы нам повезло. И мне бы сейчас ботинки, наверное, его на всякий случай подобрать. Я понял, я не готов, мужик! Хотя, стоп, я ждал этого момента всю свою жизнь. Весь этот ролик я ждал, чтобы сразиться с Незритчиком. Мне нужна только подходящая территория. Я ему покажу, кто здесь главный этот на районе. Я выпью рандомное зелье, только надо заманить его в какое-то более укромное место, в котором я как бы и сам мог бы в теории драться. Откуда второй? Нафиг алмазник. Ты как бы извиняй, но я не был к этому готов. Будем пробовать забирать их двоих. Я выпиваю сейчас рандомное зелье. И мне... Что мне нафиг дало? Куда я полетел? Я не собираюсь улетать, мужики! Я готов с вами сразиться, но вы подождите чуть-чуть. Выпиваем сейчас зелье Халка. Становимся сильнее. Забираем в первую очередь как раз-таки алмазника. Раз, два, три. Главное, чтобы он не убежал. Все! Я только что загасил алмазника. Осталось разобраться с Незритчиком. И у меня осталось одно зелье паучьего чутья. Поэтому я надеюсь, у меня получится с этим молодым человеком разобраться. Да куда ж ты убегаешь? Опять он меня ведет домой. У него 10 хп нафиг. 10 хп у этого молодого. Стоять. Я знаю, куда он направляется, поэтому... Все или ничего? Паучье чутье. Я Спайдермен. 12 хп. Правда, весь экран плывет, но мне это не помешает. Ай-яй-яй. Карамба. 2 хп нафиг. 3 хп, пожалуйста. Я в огороде. Как подняться наверх? Не снимай Незритку. Не снимай. Не раздевайся. Я к нему смог пробраться. Я надеюсь, он сейчас от меня не убежит, потому что шансы есть у меня забрать его. Давай, стоять. Ты куда собрался? Не застраивайся! Стоять! Мы либо с тобой вдвоем тут застраиваемся и застреваем, либо я забираю твою Незритку на... Стоять! Я его слил! Подождите, пожалуйста. Забираем Незритку. Иди, давай! Ладно, все, я пошел. Спасибо за гостеприимство. Вы же не против? Ладно, вижу по глазам, что против. А пока я от них сваливаю, друзья, заходите на Рельворуд. 8 июля будет горячий вайп, так что IP у вас на экране в описании. Подписывайтесь на канал, 30 тысяч лайков, даже 31 тысяч лайков. Новая серия с донат-кейс. А сами думаю, смотри ролик. Подо мной и справа тоже ничего такое, но подо мной интереснее все. Всем пока, я ливаю отсюда.